Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь с вами в Колосках на природе и хочу вам рассказать про то, что у меня закончилось в сентябре месяце. Это пустышечки мои, у меня их не очень много, но есть очень интересные отзывы, которые хочу оставить и поделиться с вами. Поэтому присоединяйтесь к просмотру. Итак, начнем. У нас сегодня будет другой формат. Я буду просто разбирать с вами вот эту коробку и показывать, что же у меня закончилось. Начнем, конечно же, уже по традиции с дома Faberlic. Мой любимый дом Faberlic. К сожалению, сейчас я уже не буду так часто заказывать Faberlic, хотя я его заказывала тоже не так часто, но у него изменились условия, хотя, в принципе, баллы мне не так много их было набрано, мало я их набирала. Ну, в общем, честно говоря, как-то не очень выгодно получается. Баллы они там забирают вроде бы, и вообще и доставка, и все вместе, и цены. Знаете, как-то очень небюджетно получается. Наверное, буду заказывать уже редко Faberlic, хотя мне очень нравится эта линейка. Но просто у меня есть варианты, чем заменить. Пока есть чем заменить, то это хорошо. Если, конечно, будет такая ситуация, что прям нечем, то буду заказывать. Итак, дом Faberlic – это для мытья посуды концентрированное средство с древесным углем. Черное, видите, я его оставила вот так вот показать вам. Хорошее, оно ничем не уступает, что я там слушала, что оно может быть менее работающим. Нет, абсолютно, я его уже не развожу. Видите, у меня такая чистая бутылочка, потому что я использую Fracking Box с дозатором. Средство для мытья посуды, я его туда переливаю, и отлично его хватает, пенится вообще. Конечно, вот эти средства, их заменить тяжело, но, в принципе, возможно, все возможно. Очень мне нравится, поэтому, если я буду заказывать Faberlic, то, наверное, только дом Faberlic, вот данные такие средства. Вообще, конечно, классное, мне очень нравится, но уже поднадоело, если в другой раз я бы взяла все-таки что-то фруктовое, более такое, знаете, с яблоком, с грейпфрутом. Мне нравится аромат, более такие бодрящие ароматы, чем вот этот черный. Хотя тоже он моет абсолютно неплохо и абсолютно не хуже, чем другие. Так, поехали дальше. Следующая, видите, такая уже потасканная. Это мыло для кофе. Мыло для кофе, вы слышите? Это мыло для кухни с ароматом кофе. Вот я и повелась на этот аромат кофе. Но здесь его абсолютно нет. Здесь такой сладкий, приторный, кремовый аромат. Ну, кофе очень далеко здесь. Хотя мыло само по концентрации, по своим свойствам тоже не уступает другим, но можете на этот аромат кофе не вестись. Оно хорошо действительно убирает запахи различные, оно густое, концентрированное. В общем, для кухни, для, как говорится, в быту его использовать можно где угодно. Очень хорошее также мыло. Здесь 300 мл. Что уже говорить? Я думаю, что это тоже хит продаж. Как и вот этот вот освежитель, хит продаж, дом Faberlic, у меня с ананасом. Неплохой, хороший такой запах, аромат, мне понравился, солнечный ананас. Но самое главное, что он подходит для аллергиков, он такой приятный, практически как натуральный, и не вызывает никаких аллергических реакций, вообще супер. Поэтому я знаю, что очень многие сидят на данных спреях, когда уже купили раз и все. И уже не хотят обычные, тем более в баллонах. Я вообще не покупаю в баллонах вот эти спреи химические, ядреные, жесткие. Поэтому вот этот спрейчик, конечно, супер мне нравится. Но я бы уже брала тоже с другим ароматом, в другой раз. Ананас сильно такой сладко-приторный. Далее, это зубная паста Splat, Juicy. Все ее также знают. Это будет, остается также нашим фаворитом, хотя мы сейчас пользуемся другими пастами, более профессиональными, но пасты нужно менять, как сказал нам стоматолог. Менять, не зацикливаться на одной, и это будет одна из паст, которые, конечно, у нас будут в обиходе постоянно. Мы будем просто менять на различные другие, но сплатовские также будем покупать, потому что это хороший состав, без фтора, и здесь очень хорошие также идут компоненты. Вот особенно вот этот гидроксиапатит кальция, который восстанавливает эмаль. Это очень также ценно. Так, поехали дальше. Что у нас здесь? Это влажная туалетная бумага Зева. Хотела оставить о ней также отзыв о туалетной бумаге. Это, конечно, жесть. Но что делать? Это она идет как влажные салфеточки. Они действительно очень мягкие. Их можно выбрасывать в унитаз. Они биоразлагаемые. Мне очень понравились. Вообще и детям, как бы, вообще супер. Я очень довольна. Настолько мягкая, нежная, что даже я себе не представляла, что может быть такая бумажка. Поэтому и она
очень отличается от влажных салфеток. Влажные салфетки нет-нет-нет, это совершенно не то. Не то по структуре, не то, и они не разлагаются, а эти можно выбрасывать, и поэтому они очень мягенькие. Поэтому классные, мне понравились. Дальше, это шампунь Natural Kids яблоко, это Матвею. Матвеин шампунь, так назовем, яблочное веселье. В принципе, неплохой шампунь, шампунь как шампунь, с яблочком. Вкусно пахнет, очищает, что еще нужно. Но если у вас, конечно, есть какие-то аллергические реакции, еще какие-то реакции, не знаю, то я просто сейчас вообще убираю по максимуму все, и мы будем переходить более на натуральные, не знаю, мыло, шампуни, желательно бессульфатные я хочу. Поэтому к таким, не знаю, буду ли возвращаться скоро или не буду. Хотя это действительно детский мягкий шампунь, без слез, он не вызывал, он у нас не вызывал ничего, никаких аллергических реакций. В принципе, неплохой шампунчик, но я сейчас уже мою детей практически мылом. Хочу уходить от химии. Дальше. Также хочу уходить тоже вот от такой химии, это Isana Kids. Вот видите, я оставила его немножко, показать вам, какой здесь шампунь. Он прям с блестками. Неплохой шампунь, но он плохо промывался. Он плохо промывался, потому что там вот эти блестки прямо оставались в голове, и я поняла, что что-то не то. Уже нам также понадоел, и буду Соне менять, скорее всего, на тоже более натуральный состав шампуня, или бессульфатный, или какой-то сайхерба шампунь, более мягкий, чтобы подходил детским волосикам, потому что после этого волосы, ну, так, обычно ничего не могу сказать, просто здесь вот эта вот замануха с блесточками, и приятный, конечно, вкусный запах, поэтому Соня у меня, конечно, от него фанатела. Что тут скажешь? Так, следующее, что у меня здесь? Здесь у меня две упаковочки мыла, хотела вам показать. Видите, это мое любимейшее мыло, действительно. Боже, как я его люблю. Даже сейчас запах, вот мне прям нравится очень. Невская косметика, ушастый нянь. Хозяйственное отбеливающее для детского белья. Но оно у меня для стирки, то есть я им застирываю, не обязательно белое. Нет, я им не отбеливаю белые вещи. Застирываю пятна, вот такое вот. Мне просто очень нравится его консистенция, аромат. Я прям... Вот есть люди, которые любят запах обычного хозяйственного мыла, да? Вот я также люблю вот это мыло. Это мое любимейшее. Я, не знаю, прямо готова им все время что-то мыть, что-то стирать, что-то застирывать. И мне нравится, как оно работает, оно так пенится. Вот у меня две упаковочки. Мое любимое, обожаемое мыло. Именно из хозяйственной, да? Дальше у нас масочки две корейские у меня ушли. Первая это, которую Лиза мне привозила с Эквадора. Очень классная, обалденная. Она идет с шеей. И, ну, прям супер, как она работает. Мне так нравилось, какое лицо после нее. Вообще супер просто маска, действительно. И я вам скажу, что вот если сравнивать с обычными дешевыми, вот этими с Watsons, не знаю почему, я вижу, что мне кажется, что все-таки есть разница в цене. Вот вы замечали, что есть маски тканевые за 20 гривен, есть за 100 гривен. Но все-таки те, которые подороже, они, не знаю, может, там больше концентрация каких-то активных веществ, но они работают получше. Хотя эти тоже я люблю. Ну, такое, как на каждый день, знаете. Но прям какого-то супер вау эффекта, ну, нет от них. Скажу честно, нет. Хотя мне они сейчас очень нравятся. Тоже это мой как must-have в уходе. Обязательно должен быть несколько раз в неделю. Обязательно. Поэтому, но чтобы прямо что-то там изменилось, просто мне вот нравится сама процедура. И мне кажется, она дает только плюс. Но вот эти, которые подороже, действительно, там больше концентрация веществ, нужно читать, нужно смотреть, что идет в составе. Поэтому в любом случае маски я люблю. И остались у меня вот шампунчики. А нет, еще не все. Еще не все, еще не все. Еще вот такая вот тоже скинник бутылочка. Ну, я же говорю, она вот такая тоже, как простая, как из дешевых. И ничего такого примечательного, но, в принципе, я люблю эти масочки. Здесь я взяла с апельсином, оранж. Вот. Так как они бюджетные, то это, как, знаете, мой расходный материал. Дальше это кондиционер Кастинг Лореаль с медом. У меня тут еще есть, но я его уже положила в пустышки.
Вот кто знает, кто красился кастингом, что это обалденные кондиционеры. Их можно даже брать с собой, допустим, на море, да, если вы куда-то уезжаете. Его довольно много, вот я так оставляю 60 миллилитров. И он такой густой, классный, как классная маска. Правда, запах меда я не очень люблю, но это мое личное такое, субъективное. Ну, вообще, эти бальзамчики прям супер. Я их очень-очень уважаю. Дальше. У меня закончился Faberlic Oxyology ночной крем для лица. Хороший кремушек, он у меня не вызывал плохого. Вы знаете, для меня, если не вызывает плохого, это уже хорошо, да? Ну, конечно, сейчас хочется мне что-то от косметики уже более. Не просто, чтобы не вызывало плохого, а чтобы делало хорошее, понимаете? Зачем просто так на себя что-то возюкать, которое и не туда, и не сюда? Я вам скажу, что когда я ничем не пользовалась, никакими кремами, то тоже было очень хорошее состояние кожи. Поэтому буду уже выбирать более тщательней. Хорошие эти крема, но когда я посмотрела состав, конечно, он очень далек. Далек от хорошего состава. Лучше состав не читать, но вот если брать просто вот как он мне, то мне очень нравился. Он не жирнит, на ночь его наносила, я вставала без жирной пленки, с хорошим лицом. Поэтому мне и ночной, и дневной вот эта линейка мне очень подходит. И я была удивлена, когда прочитала про него, там, плохой состав, там, ингредиенты и так далее. Думаю, ну вот как? Вот почему так? Почему так, что вот состав плохой, а он вот мне хорошо подходит, да? Или то, что хорошо подходит, то есть не всегда что, то, что с хорошим составом, вам может так же хорошо подойти, правда? Поэтому нужно смотреть все индивидуально и не смотреть только на состав, не смотреть только на какие-то отдельные компоненты, а все проверять только на себе и смотреть точно, как он подходит именно данной вашей коже. Следующее, последнее, то, что я хотела оставить отзыв. Давайте сейчас мы уберем коробочку, это уже последнее, видите? Это шампуни, которыми я пользовалась все лето. Вернее, шампунь и кондиционер Love Beauty and Planet. Вы извините за такой вид, но по-другому невозможно. Очень жесткая банка. Я ее давила, потому что кондиционер как достать? Он очень густой. Вот. Единственный минус, что я скажу, кокосовый запах тоже. Не ждите, что здесь прям классный кокосик. Он мне, честно, уже так надоел за лето, потому что один и тот же запах, я уже не выдерживала его. Но мне очень нравится шампунь, понравился. То есть я оставляю максимально позитивный отзыв. Первое, потому что я после лета пошла к парикмахеру, мне сказали, что состояние моих волос очень даже хорошее. Мне никто не поверил, что я так давно не стриглась. И я все это приписываю именно моим шампуням, моему уходу, бессульфатному именно, что я не убивала волосы, а более щадящие средства для них применяла. Плюс я аллергик, и сейчас тоже читала, мне писали девочки, да, что у некоторых на сульфаты аллергия, поэтому нужно быть аккуратным, поэтому думаю, может, у меня тоже аллергия, потому что у меня, когда летом, тоже аллергия практически на все, и на запахи, и на ароматы, и на духи, и так далее, поэтому буду уже пользоваться более щадящими средствами. Хороший веганский шампунь, видите, написано, и я попробовала, что вам скажу, помыла Соне свои волосы вот этим шампунем после вот той Исаны. Я пришла в шок. Какие шелковистые, гладенькие, прямые волосы у меня у Сони получились. Просто у Сони у меня волос совершенно другой. У нее немножко такой кучерявится и такой как пух, знаете. И вот Исана, не знаю, она как будто как не промывала волосы. Я не знаю почему, но как-то так не очень. Вот когда я ей помыла первый раз в жизни, вот помыла ей бессульфатным шампунем вот этим своим кокосовым, я увидела, насколько могут быть шелковистые волосы вот у девочки, у ребенка. Поэтому у меня здесь еще осталось, и я буду этот шампунь мыть ей голову. Потому что мне очень понравилось, как они расчесывались, как они лежали, и они без пуха вот этого вот были вверху. Поэтому мне понравилась данная линейка, но они очень большие, по 400 миллилитров. Я все лето ими пользовалась. Это, знаете, просто, конечно, все надоедает, как вы понимаете. Но вообще мне понравилась линеечка, поэтому они не жирнят волосы после мытья. Вообще абсолютно, абсолютно, в принципе, по ощущениям никакой разницы от обычного шампуня. Когда вы моете, то есть не видно там жесткости и так далее, как от бессульфатных. Хорошая линейка, поэтому
я ее рекомендую, но возвращаться к ней буду, наверное, не скоро, потому что очень долго и мыла, и она мне поднадоела. Все, друзья, спасибо вам за внимание. Вот такие были пустышечки у меня за сентябрь месяц. Надеюсь, вам был полезен мой отзыв. Вот такой вот на природе, вот такой я нахожусь сейчас. И надеюсь, вам понравился такой формат на природе. Сейчас это все идет в мусорник. И будем ждать новых пустышек, новых отзывов. Следите за моим каналом. У меня есть отдельный плейлист по пустым баночкам. Так что все, что вас интересует, все отзывы на то, чем я пользуюсь, и моя семья есть в этом плейлисте. Заходите, подписывайтесь и жду вас в следующих видео. Пока-пока!